Опять в четверках, не пойми, что творится с этим пингом. К вам приближается облако газа. Рекомендую уйти в безопасную зону. Обнаружен боец противника. А дольше еще нельзя, блядь, чтобы меня еще успели изнасиловать, нахуй. Чё за сдача, блядь? Всегда надо оставлять гранату. Ваш напарник в ГУЛАГе. Если он выживет, то вернется в бой. Жить будешь. Все, ништяк, пацаны. Самое главное, помочь вовремя. Хорошо, что ты с нами. Противник начинает высадку. Вижу движение. Ваш напарник не справился. Он вернется на базу. Я ранен! Движение! Готов! Неплохо. Подтверждаю обнаружение цитаделей. Координаты на тактической карте. Бабку еще купить. Что за стрельба рядом? Блять. Блять. Отметил подсумок для брони. Ваш напарник попал в ГУЛАГ. Ему придется бороться за свое освобождение. Мне бы крышу занять, было бы вообще идеально. Вот тут у них снайпер. Цель уничтожена. У них работает БПЛА. Я под обстрелом. По вам работают минометы противника. Машина уничтожена. Нахуй мне ваша машина. Ваш напарник проиграл бой. Он возвращается на базу. Облако газа движется. Опасная зона.
Что делаем? Живем. Да ебать, ты чё? Я тебя не вижу в упор. Ваша команда вошла в безопасную зону. Пиздец. Броню, сука, съел. Вот тут у них снайпер. Блять! Контакт! Они вызвали точечный авиаудар. Ищите укрытие. Пацаны, только не ливайте, я очень хочу вас вернуть. Но пока я не знаю, как это сделать. Брат, я знаю. Сейчас, брат. Ну, он пасет. Ну, что я, блядь, сделаю? Вот тут у них снайпер. Брони вообще нихуя нету. Иду сюда. Вижу движение. Газ уже близко. Отмечаю новую безопасную зону. Thank you.
объявили целью номер один. Ждите контакта. Ебать, как зона далеко. Наша посылка с комплектом скоро прибудет. Иду сюда. Вы теряете позиции. В зону надо идти. Но никто вместе не хочет двигаться, да? Следуйте в безопасную зону. Поехали, брат. Блять, жаль, что я этот ливнул. Очень жаль. Давай, братан, рули нормально. Должны же мы нормально отыграть. Я не понимаю, куда пуля ложится. Иду в этот движение противника. Отметил цель. Я под обстрелом. Есть. Чисто. Облако газа приближается. Идите в новую безопасную зону. Кассетная мина поставлена. Под нами, что ли? Бросаю молотом. Вижу движение. Световая пошла. В безопасную зону и побыстрее. Давай, давай, братва. Осталось еще 10. Блин, пока что все довольно неплохо. Поиграть можно. Опять на этой позиции. Вижу движение. Вон там меня на горе и убили нахуй. Когда сольником бегал. Вижу движение. Наконец-то. Иду сюда. Облако газа движется. Так, снизу нас уже не закроют. Внимание! Кто-то из вашей команды находится вниз. К ним бы, конечно, сбегать, броню взять. Вы вошли в пятерку лучших. Отлично. Противник движется. А у них у самих нет, да? Блять, жаль. Вообще без брони. Но у меня есть оглушка. Так, еще двое у нас, да? Блять, ну всегда я под раздачу попадаю. Почему? Брат, подними. Ради бога, блядь. Пиздец, оглушка.
бросаю всем, ты пока не умираешь. Сразу оглушку кидаю сходу. Не в порядке. Газ уже близко. Отмечаю новую безопасную зону. Меня зацепили. Реально сами связали. Вы молодцы. Наконец-то. Долгожданная победа. И пусть даже один ливнул от нас, это приятно. Наконец-то. Тройкой победили. Сколько там у меня киллов, наверное? 11 так и осталось, да? Ну, неплохо, слушай. Несмотря, как сегодня меня игра немножко расстроила своим поведением. Недочетами своими. Количество имеет значение? Типа, больше всех убил? На повторе надо посмотреть. Врач. Молодец, молодец, да.